have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами продолжаем прорываться. Я два раза получил по башке, пока сюда шел, но я надеюсь, что с двумя хпшками я все-таки смогу осилить или даже осилить. Смешно, смешно. Ты издеваешься, а если у меня не осталось зарядов? Ладно. Отличнейшее место, суперски. Встретимся на месте. Итак, мы здесь. У меня что-то получилось. О, не очень красиво получилось. Дойти сюда, на самом деле, довольно... трудно, раз уж на то пошло, лишь бы меня тут сейчас не грохнули, а ведь могут. Выяснил для себя еще одну такую маленькую штучечку, что посаженный цветок, если тебя вдруг убьют, этот же горшочек расцветает потом повторно. Фух, блин, я не знаю, раза 3-4, наверное, сейчас пытался сюда дойти, сначала никого не убивая, потом частично кого-то убивая. Потом убиваю всех. Короче, это очень сложно. Там такие моменты... Вроде ниоткуда, вроде все медленно, но бах, дэмэдж отхватываешь просто на ура. А, ладно. Вроде как справились. В смысле, справились? У меня одна хпшка, меня сейчас любая вещь может убить. А так справились, да? Да, все хорошо. Там сверху есть еще эта штучка. Мне всего лишь сюда надо было дойти. Ты прикинь? Офигеть. Я пойду подлечусь. Раз у меня теперь лифты работают, пойду подлечусь. А, это отсюда, ладно. Я уже испугался, что я не смогу забраться. У меня, кстати, там где-то 150 или что-то такое экспы накопилось. Я же отсюда вышел, правильно? Правильно, да, все. Вот здесь можно, типа, посадить цветочек. А тут уже все работает. Нормально, нормально. С повышением урона стало прям неплохо. Секреты, выходите! Ай, я пожадничал. Короче, два выпада на них надо. Опа. Два выпада надо, да. Ну-ка, иди сюда. Все, зажгли. Там печь заработала. От мелочи сразу избавляемся. Горшочки! Ой, да, выпусти! Да ну... Я в чертовой трубе застрял. Ну блин, ну это обидно просто. Просто в трубе застрял. Вот. Ай. Это печаль, это фиалка. Вот сюда надо, давай. Я вижу. Есть. Механизмо заработало. Отходим. Повезло. Опа. Есть.
Да ну! А как же там предупреждающие шипы какие-то? Погодите, не просто так. Зачем нам сюда? Да вроде незачем. Ладно. Такое местечко тоже странное, как будто туда можно пройти, но зачем? Можно подлечиться, наверное, я так и сделаю. Уже очень не хочется столько обратно уходить. Ну-ка, я хочу вот этого чела убить. Ничем мне не даст. Ладно. Я думал, может быть, ну, если этих четверых убить, может, что-то где-то откроется. О, врата! Прикольно. Блин, зачем я там тогда подлечился-то? Обидно. Нет, но это такая обычная ловушка в этой игре. То есть они такие, о, подлечись, чувак. А, вот, кстати, и врата. Он такой, черт. Ладно, одну семечку профукали. Ну, типа, файт. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну что, старушенцы? Ах ты ж, ты сама такая, если чё. Вороны вечно суют свой клюв, не свое дело. Я здесь пытаюсь спасать людей. Ты здесь людей в горшки превращаешь. Пойми, ты уже наконец смерть. Не видит тех, кто спрятал свою жизненную энергию внутри сосуда. Я могу обмануть саму смерть с косой. Ты, блин, ты там вообще-то... Знаешь, у нас есть кое-что общее. Общее начальство. Да я знаю, что у нас предатель в офисе. Ну, ты, конечно, не должен ему обо всем, не должен ему обо всем, что тут произошло. Не волнуйся, я сложу твои перышки в красивый сосуд. Керамическая ведьма. Спасибо. Бабушка! Мне второй, пожалуйста. Не надо лезть в бутылку! Блин. Опа! Ой-ой-ой! Ты что делаешь-то? Старая корга! О, это мое время! Тебя помесить? Ты там не-не-не-не-не-не, прыгать не надо, слушай. Че, все что ли? Хот-пот. Не, чувачку дали. А! Это была первая фаза. Ай, блин, ты в меня попала! Ты вообще нормальная? Нет! Нет! Это было глупо! Да ну это я пожадничал! Это я пожадничал-то так, а!
Ай, блин, обидно. Иди сюда. Она вообще, в принципе, несложная. Я просто уже пошел по жадности. Ах ты с самонаводкой! Валим, валим, жадность, жадность нас губит. Ну, нас, меня, в частности. Ах ты ж мелкая. Блин. Валим, 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 валим. У нее артобстрел начался. Давайте все три в одну точку. Три выпада. Да, три выпада. Все, нормально. Оп. Такие глаза выпучиваются каждый раз. У меня после Ганджина, которая, как вы понимаете, тоже творение деволверов, на перри вот этих всех вещей довольно неплохо срабатывает. Сколько в тебе жизни? А, у нее же юбка начала трескаться. Я... Нормально, нормально, нормально. Я как раз хотел спросить, сколько ж тебе надо-то? Да блин! Чертову зелень не заметил. Ладно, 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 все нормально, нормально. У нее уже начались проблемы со здоровьем, отдышка. Я отбиваю все мимо. Это не очень хорошо. Нет, 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 нет. Нет, дорогие мои. Но она уже почти все. Есть. Нельзя сдуваться сейчас, хотела сказать. Но вот не сдулся. Я же говорю, она на самом деле несложная. Дайте мне 600... А, да, это не 600 душ. Это просто большая душа для врат. Я такой... Смотри, какая душа огромная. Да, да, это огромная душа, но она, к сожалению, не для меня. Эта роза цвела. Ладно, мы собрались здесь, чтобы почтить память покойной, известной под множеством имен. Керамическая ведьма, заклинательница сервизов, чародейка черепков, карга котелков и, конечно же, любимая бабушка. Она была полна стремления защитить своих близких, но ее сгубила жажда перехитрить смерть. Это, кстати, котелок, если что, по-моему, да? Страстью всей ее жизни была магия, воскрешение, зелья и горшки. Ее путь, конечно, и теперь... Ее путь окончен, и теперь ее душа обрела покой. Склоните головы в память о ней, воздайте последние чести. Ее дни сочтены. Нет, это... Блин, это я тупанул. Вон же котелок стоит, а это у нас плитоголовый, которого мы пытались тогда убить. Значит, говорит, ну, чувак, ну давай, ну убей меня, ну попробуй. Полагаю, мне никогда не избавиться от этой посудины. И все же, надеюсь, ей хорошо в загробной жизни. Ее ведь так много... А! Ее ведь там ждет дедуршлаг. То есть дедушка. Прошу прощения за оговорку. У меня теперь одна посуда на уме. Я хотел сказать, покойся с миром, бабуль. Круто, конечно. Она умерла. Так, как жила. Со звоном на голове. С вазоном на голове. Со звоном в голове. Все, что ли? М-м-м.
Мне кажется, да, нам тут больше делать нечего, пойдемте. С вазоном на голове. Это не та дверь, погодите. Ну, по крайней мере, не та, через которую я приходил. Тут какие-то ребята вообще с горящими головами, нормально? Мне что, к начальству вызвали? Че такое? А, да, кстати, трудно жить, лорд врат, трудно жить с замком. World best lord, классная кружечка. А, ворона, ну здравствуй. Как-то мы здесь оказались. Вот он что. И в чем смысл власти над всеми вратами этого мира, если мои слуги вечно забывают их закрывать? Ну так зачем ты здесь? Не доводилось встречать ворон уже много лет. С тех пор, как вы закрыли врата, и многих стражей обрекли остаться в том мире, да? Смотри, вы не меняетесь. Эти клювы. Очень мило. Я чувствую, от тебя исходит сильная энергия душ. Маленькая ворона. Как странно. Мне она кажется знакомой. Ах, так вот почему ты здесь. Хочешь получить награду? Отличная работа, птенец. Браво. Теперь будь хорошей пташкой, верни их в хранилище. Не нужно приносить души прямиком ко мне. Меня ждут более важные дела. Прощай. Ладно. Такой вздох. Он видит эти врата. Угу. Он видит эти врата. И у него три окна, кстати. Оп, меня шляпнуло здесь. Ты что здесь делаешь? Уже получилось выполнить порученную работу? Постой, это что у тебя, душа великана? Это не та, которую нужно было доставить. Я не могу ее принять. Как ты вообще... Ай, неважно. Уходи, не возвращайся без порученной души. Но ведь... Блин, у меня, кстати, 503 души. Неплохо. Блин, чувак, тут, короче, душа великана. Может, ты ее примешь, а? Ай. А куда мне... Ну, мне теперь... Я понимаю, что мне теперь обратно. Это не может не радовать. Мне уж казалось, что наш мир в упадке. Новые души не появляются. Поручений нет, а значит, нет и зарплаты. Когда будешь исследовать старые офисы, смотри в оба. Это, конечно, увлекательное занятие. Наверху не любят, когда воры носят клювни свои дела. Я понял тебя, дружище. Ну, отсюда мы приходили. Нет, нам туда не надо. Ну, я так понимаю, нам теперь обратно вон ту душу вернуть. Блин, а где она у нас? Где эти врата? Они же не подписаны или подписаны? Так. Владение керамической ведьмы не надо. Внутренние печи не... Вообще все вот это мне, по-моему, не надо, да? Керамическое поместье... Да, вся вот эта часть — это керамика. Мне это не нужно. Мне нужно... Затерянное кладбище нет. Роща духов. А тут у меня врат нету, кстати. Мне сюда, что ли? Я не помню. Или это вообще самые первые врата? Погодите, это вообще самые первые врата? Мне, по-моему, на кладбище нужно, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ладно. Я не помню, как нам туда попасть. Давайте я сейчас найду и потом вернемся. Кстати, ребят, я тут пока бегал, увидел такую штуку. Сейчас. Надо только попасть по ней. Я же раньше не знал, как эти штуки решаются.
Ай, да. Вот. Я думал, нужен какой-то ключ, чтобы там путешествовать и всякое такое. А я могу сделать вот так. И получить вот эту вот сотенку душ. И получить уровень, между прочим. Кто молодец? Ворон молодец. И могу качнуть себе еще один уровень. Сейчас осталось только найти... А, ну вот мы здесь, да? Как раз, очень удобно. Мы пришли как раз к этому ворону. Давай отдадим душу великана. Не могу поверить. За столь короткое время у тебя получилось совершить такое, чего я не смог бы добиться за годы. Если соберешь души двух оставшихся великанов, мы сможем открыть врата смерти. Тебе лучше пойти на восток, в лес. Там самозваный король правит руинами затопленного собора, истязая обитателей чаще. Восток. Судя по тому, что эта ведьма у нас была тут. Так ведь? Да. А как мне вот это получить? Вот это вот хочу. Такое ощущение, что выход откуда-то оттуда, но... Погодите, а я тут был? Такое ощущение, что нет. Вот я и здесь. Прикиньте, да, я тут не был. Через кладбищенские эти. Там могилки, кстати, чьи-то. Нормально. Нет, на самом деле, если более-менее внимательно играть... Я понимаю, что я пропускаю много, но я думаю, что если более-менее внимательно играть, то экспа находится. Вот как, например, сейчас. Экспа нашлась, все нормально. Да, вот он у нас, этот чувак. Здесь покоится страж врат, хранитель порядка природы для потерянных душ. Покоится. Хорошо. Вот этого чувака я никак не убью. Сюда, в этот склеп, я тоже пока никак не попаду. Получается, ну... Что это? А, показалось. Получается, нам нужно сейчас двигаться как-то в эту сторону. Да. Для того, чтобы... пробраться. Так, вот сюда мы попадали, кстати, да. Да, тут у нас все нормально. Вот, видите, цветки расцветают заново, если что. Там, где ты их раньше сажал, они появляются заново. Вот тут, например, тоже. Пойдем сейчас как-то, значит, наверное, исследовать. Сейчас я уровень качну. И... отправимся. Вот этот у нас центральное помещение. Ну, вот откуда мы сейчас пришли. Это центральное вроде такого хаба. Так, дальше 800, скорее всего, 1000 и 1200 или 1500. Как я и говорил, что он будет увеличиваться. Так, хорошо, идем сюда. За 600 покупаем ловкость. Потом скорость, потом магию соответственно. Качаемся, пытаемся качаться. Пытаемся стать лучше, быстрее, сильнее. Ну и так далее. Затерянное кладбище. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сюда же мы ходили. А, я теперь могу это сжечь. Ха, это интересно. У нас же появилась новая билка. Дратути. Я теперь хочу всю паутину сжигать. Я же не знаю, что теперь тут будет. Я вот это тоже хочу сжечь. Мне нужно кого-то ударить. Блин, вот жестоко, да? Но мне нужно кого-то ударить. А! Вы чё? Саранча! А, блин, знал же, что не пройдет.
За них по одной экспе дают? Да, ну тут практически за всех мобов дают 1-2 экспе, это в принципе не проблема. Я сначала аж перепугался. В такую толпу мобов не кинули, а тут это... Ну, они, в принципе... Сдохни, пожалуйста. Ловкие, быстрые, но норм. С ними можно справляться. Еще сотенка экспишки. Это хорошо. Это прям вот замечательно. Даже на мелких... Да ладно, он меня ударил! Прикиньте, прикольно. Ну, не то, что прикольно, но они это могут. Хорошо, учтем. Я, наверное, их всех перебью, что ли? Со скольки? С 2-3 ударов они складываются. Мне нужно вот эту штуку поджечь. Да, у нас открылась вот эта обилка поджигания, это нам сейчас будет открывать какие-то новые двери. Уйди, блоха. Не, ну за них тоже что-то дают. Мне нужно выйти оттуда и это поджечь. О. А, погоди, я могу отсюда это поджечь? Могу. Почему бы нет? Зачем усложнять себе жизнь? А давайте я сразу туда схожу. Я не знаю, что там. Может, это какой-то бонус. Очень интересная фигня. Ну, мне вон туда. То есть они или отпрыгивают, или атакуют тебя. Вот это тоже надо поджечь. А хочу ли я? Нет, потому что это, конечно, экспа, все дела. Но хочу ли я их всех убивать? Ну, тут, конечно, нужно упомянуть о том, что, ну, как бы, сила малых чисел, цифр и всякое такое. Вот так по одному я накоплю, конечно, на уровень. Поэтому, наверное, пропускать экспу не очень умно с моей стороны. Первый раз я их всех буду убивать, хорошо. Забраться наверх сейчас. Ну, видите, уже накопилось 410. Это совсем неплохо. Это вот совсем неплохо. Да, это отсюда. Хорошо. Тогда такой вопрос, друзьяки, а что ж там тогда на лестнице, если меня сюда дальше ведут, мне похоже сюда и надо, что ж там на лестнице находилось, давайте я быстренько вернусь, посмотрю, потому что интересно же все-таки, я хочу тут везде побывать, тут же была лестница, она не просто так, наверное, я практически уверен в этом. Вот, видите? Туп сотенка экспы. В углу ничего нет. Какой-то шорткат. Да, прикиньте. Хорошо, что я это открыл. Я этот цветочек сейчас схаваю. Это нас ведет... Сейчас я соображу, куда это нас ведет. Да ну ты, блин! Не буду говорить, кто.
О, ладно. Я пока немножечко не понял, куда это нас ведет. Ну, это старое кладбище, явно. Но какая его часть? Сейчас посмотрим. Башня. Ладно, шорткат и шорткат. Пойдемте дальше. Главное, что мы его открыли. Я тут бывал уже раньше. Вот в чем прикол. Хорошо, тут тоже все есть. Уи! Значит, туда это основной путь. Вот сюда это был бонусный плюс шорткат, а основной туда. Окей, пойдемте. Интересно же. Что нам еще сможет предложить эта игра? При том, что если я сейчас выйду и сохранюсь, то они мне скажут, что я начну... Ой, блин, файт. Так, 530, ребят. Уже почти что на третий уровень нам хватает. Сдохни. Эти просто ваншотные уже стали. Ай! Да блин, больно же вообще-то! Что за зеленый? О, я понял, что за зеленые блобы! Ай, я хотел сказать, меня же сейчас убьют. Они меня взяли и убили. Так, а куда этот шорткат-то был? Вот теперь мне стало интересно, куда этот шорткат. А это что? А, минуточку, вот это вот оно и... Да, это оно и есть. То есть мы прямо рядом с дверью там. Хорошо, тогда давайте на этом серию закончим. Я потом просто после загрузки появлюсь возле тех врат и пойду сразу же сюда. Тут у нас двери-то уже открыты. Тот файт мы пройдем, посмотрим, что дальше. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лучших. Всем покеда.